Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Ну что, ежедневные награды мы забираем. По заданиям открыть колоду. Так, давай-ка откроем. Ну что, сегодня нам по-любому нужно как-то попасть в три звезды. Да-да, в Лигу Мастеров. Ну что, опять какие-то нет соединения. Вот это вот раздражает. Просто раздражает. Так, забираем здесь награду. Сразиться в боях. Давай-ка мы пройдем серию испытаний. Серию испытаний. Ребят, сегодня сходил на тренировочку, позанимался. И, честно сказать, у меня все тело ломит. Я вроде бы особо сильно не напрягался, но ты знаешь, да? Первая тренировочка обязательно должна быть с легкими весами. Вроде бы с легкими, но меня что-то так колбасит. Все мышцы просто болят. Ну, а что ты хотел? 2 года, перерыв был. И вот решил тут пойти, вдруг, понимаешь ли. Как говорится, подготовиться к лету, когда лето уже кончается. Ну, ты сам понимаешь, да? Надо все-таки заниматься, иначе обрастет у тебя пузо, и будешь ты как мелкий плешивый лепрекон. Ну, я, естественно, этого не хочу, поэтому заставил все-таки себя пойти заниматься. Сейчас еще хочу походить в бассейн. Анаэробные тренировки по-любому нам нужны. Сегодня, кстати, на беговой дорожке побежал, ё-моё, у меня, прикинь, судорога свела ногу. Я чуть с этой дорожки не упал. Все, ребят, старость. Старость, как говорится, не радость. Ну что ты хочешь? 43-й год все-таки. Так что надо не переусердствовать. А то, знаешь, я с дури-то могу и кое-что другое сломать. Так, ладно, давай мы, наверное, вот это вот хламончик сейчас с тобой. Макман заколбасил. Здесь тоже замечательно. Так, этот у нас под защитой или нет? Ну, конечно же, под защитой. Но это ему не помогло. Так, ну что, серию испытаний мы прошли, поэтому забираем наши награды и двигаемся дальше. Блин, знаешь, что я забыл сделать? Я забыл перед видосиком посмотреть рекламы. А для чего? Для того, чтобы получить откаты. Правильно. Откаты нам сегодня нужны. Так, у нас 1041 бакс. Угу. Так, ну-ка, пойдем-ка мы, наверное, сейчас. Кожеголовый, ты у меня где? Вот он, родной. Сейчас мы будем на тебя продолжать искать. Значит так, 8 катушек с пленкой, короче. Раз. И все, да, только раз. 2 3. Ну что, что, что? Ну давай, 3, где 4-я? Давай мне 4-ю. 4 5 6 7. Думал, ребята, с камеры сегодня снять видосик, но судя по тому, как я себя чувствую, помятый, да еще и боль причиняет в мышцах, решил просто так пока снять. Ну что, мы нашли, да? Все эти, что нам нужно были. Потом продолжим знаки уже искать, это уже в следующей серии. Так, и поднять уровень персонажа, но в любом случае сейчас не получится, так как мутаген у нас с Гулькина шиш, как ты видишь, нам нужно, там, по-моему, за 20, если я не ошибаюсь. 21 тысяча, а у нас всего лишь 18. Угу. Ну что, погнали тогда. Так, в испытаниях девичья сила, наверное, вот здесь вот мы попробуем пофармить. Так, не надо нам эти осколки. 5 баксов. Катушка с пленкой. 30 жетонов. Вот, эксперт снаряжения. Это уже хорошо, давай здесь попробуем вытянуть. Так, 4 доллара. Все, да, пицца, конечно, точнее сыр здесь сгорает просто моментально. Ну что, турнирка, конечно же. Мы в Лиге Мастеров, ранг 80. Все-таки сбросили меня, получается, да, чуть-чуть, правда, но сбросили. Ладно, ничего страшного, будем сейчас. Берем Бакстера и, наверное, Макмана. Что у нас по инициативе получается? Бакстер и Макман. Насколько я помню, что Макман-то будет одним из первых ходить. А вот насчет Бакстера... Точнее, наоборот, Бакстер будет первым ходить, а вот Макман... Хотя, ты смотри-ка, нифига подобного. Получается, по инициативе Макман круче, чем Бакстер Стокман. Вот так вот. Ладно, я это запомню. Почему-то мне всегда казалось, что Бакстер круче. Но... получается, что нет.
Ну что, с 80-й позиции мы переходим на 71-ю. Так, завтра у нас уже понедельник. Завтра... Ребята, а завтра же у нас получается новый платиновый персонаж. Ё-моё. Вот это я понимаю. Завтра у нас еще один герой прокачается по фулочке. Я имею в виду именно по звездам. Так что у вас сегодня, можно так сказать, заключительная, хотел сказать заключительная серия, заключительный день, чтобы проголосовать, конечно же. Блин, я, наверное, никогда не доберусь до этого Дискорда. Я никогда не сделаю там голосовалку. Я ни до чего не могу никогда добраться, ребят. Ну, как бы я могу добраться, но у меня не получается. Я не знаю, как это настраивать все, понимаешь? Мне лень смотреть обучающие видосики, как это все делается. Это очень много отнимает времени, поверь мне. И что-то меня так колбасит. Если бы за меня кто-нибудь это сделал, было бы вообще шикарно. Но кто за меня сделает? Ну, кто? Нет таких, кто бы мог это сделать. Поэтому не знаю, когда это все у меня получится. Конечно, хотелось бы там сделать бы какой-нибудь чат, флудилку, да, можно было бы комнатку для общения, чтобы можно было бы пообщаться. Было бы, конечно, все круто. Так, давай, Крэнк, бомби. Ты видишь своим лучом. Слушай, ну шикарно. Я, ребята, как говорится, признаю, что Крэнк действительно хороший боец. Я уже это неоднократно говорил, и вот это лишнее тому подтверждение. Ну что, 53-я позиция у нас на сегодня. 17-24 пока не хотят давать. Но я, в принципе, их понимаю. Возьму-ка я, наверное, Усаги плюс кожеголовый. Но здесь проблема в том, что если, не дай бог, кожеголовый обделается, а он может это сделать, потому что у него все-таки 82-й уровень. И по инициативе даже сказать тебе ничего не могу. Усаги ясен перец не добьет сейчас всех одной заходкой. Вот. Так, ну нам повезло, что Пит отдуплился. Сейчас бы он здесь захилял бы их всех. Так, дебаф. И вот теперь надежда на кожеголового. Шикарно. Но ты не забывай, что мы с тобой повесили дебаф. То есть понижение брони и понижение атаки. Поэтому, возможно, если бы не было бы пониженной брони, кожеголовый мог бы и не забомбить всех. Вот, учитывая это. Он уничтожил только лишь, наверное, благодаря тому, что все-таки была пониженная броня. То есть защита вообще в ноль. Так, ну что, берем, наверное, Шреддера. Так, так, так. И, не, давай-ка мы, наверное, вот так сделаем. Немножко побережем нормальных, хороших бойцов. Ну, понятное дело, что Шреддер здесь сделает свои клинки. Отлично он, кстати, сделал. Можно также бомбануть, наверное, на Бакстера. Окей. Так, теперь сделаем еще суперудар Шреддером. Отлично. У нашего, как говорится, супер-шреддера очень большой урон идет от постепенного удара. Ну ты понял, да? Постепенка висит. Ты посмотри, сколько у Криса Брэдфорда сейчас было ХП. Ты видел, да? Там почти половина. И он отдуплился от постепенного урона. Так что круто. Твою налево. Сижу как на иголках, ребята, все ломает, а? Руки, спина, ноги. Тяжело, конечно, сегодня было. Тяжело. Но зато, знаешь, такая вот приятная расслабуха, когда выходишь из зала, принимаешь душ, тепленький, выпиваешь какой-нибудь горячий напиток, типа капучино. Ой, вообще шикарно. Чувствуешь себя, как будто заново родился. Уставший, но довольный. Так, ну что, давай бомбанем. Так, ну постепенка здесь на всех, да? Да, на всех. Поэтому можно добивать просто ракетами. Ничего страшного здесь не будет. Вот так вот. И, кстати, знаешь, что я еще заметил? После того, как мы все переболели, вот большинство моих знакомых этой короной, да, у нас проблемы с дыханием стало. То есть сегодня на дорожке на этой беговой бежал, я аж начал задыхаться. Ты понимаешь? Я уже не курю фиг знает сколько. А такое ощущение, что как будто я и не бросал курить. То есть с легким действительно какая-то беда.
И это чувствуется. Поэтому, ребят, я не знаю, надо как-то их вентилировать. Может быть, не, ну может быть потихоньку адаптируемся к нагрузке, если будем там бегать. Сейчас еще в бассейн, как я говорил, походим, да, немножечко встряхнемся, приободримся. Тем более я пошел к похудению, я начал придерживаться очень строгой диеты. Практически отказался от всяких там жирных и сладких и мучных. Поэтому вот гречка, курица, салаты, вот все такое. Ну, я тебе скажу, есть результат. Мне надо, понимаешь, у меня вес, у меня 125 килограмм вес мой. При моем росте 1,80 м. То есть я хочу при вот таком своем росте где-то... Ну, мне бы было идеально где-то 90. Для меня. Потому что очень тяжело такой вес уже, как говорится, носить. Вредно и для позвоночника, вредно и для коленных суставов, понимаешь, да? И для ног, для стоп, потому что плоскостопие развивается. Тяжело. Надо снижать вес. Поэтому вот будем как-то... Я бы вообще, честно говоря, вот знаешь, хотелось бы, что вот... На канале, ну, на игровом канале, конечно же, это глупо было бы делать. Знаешь, типа лайв-канал, где идет трансформация. То есть, когда ты начинаешь заниматься спортом и начинаешь, например, там ну, не каждодневный отчет, ну, хотя бы еженедельный. Понимаешь, еженедельный, соответственно, писать, какие упражнения ты делал, да, как ты питался, что ты делал, как ты отдыхал. В общем, такая, как вот... жизненный. Ну как жизненный, не жизненный, а про то, как идет у тебя трансформация. К лучшему или к худшему. Соответственно, я знаю прекрасно, что многие люди могут дать советы. Вот. Но вот как это реализовать, пока не знаю. У меня с моим графиком работы и со всем остальным, знаешь, как бы нет вот этого вот свободного, честно говоря, времени. Но поделиться хотелось бы, да и для себя, знаешь, лишняя мотивация, она никогда не помешает. И ну раз после тренировки придешь домой, подзабьешь болтец, как говорится, не идешь, а потом думаешь, какого фига я не сходил, ну ё-моё. И время, как говорится, впустую потерял, и толку никакого. Так что, ребят, надо тоже держать себя. И самое главное, не перетренироваться, потому что если у тебя пойдет застой, все, ребят, это кранты. Вот в тот раз, когда у меня был перерывчик, вот эти вот 2 года, да? Или 3, 2, по-моему. Я слишком сильно перетренировался. Да, я готовился так усердно к лету, что мои мышцы просто сдали. И решили пропустить где-то тренировочки 2-3. А после того, как я пропустил 2-3 тренировки, я уже не смог себя заставить пойти в зал. Вот такая вот дилемма. Она, знаешь, эта слабость, она очень... Это как вот в отпуск ты идешь, да? Ты отдыхаешь, вроде бы кажется, о, 52 дня, как много. А они на самом деле пролетают, оп, моментально. И ты думаешь, ёк-макарёк, скоро на работу выходить. А так не хочется, хочется еще отдохнуть. И начинаешь придумать, может быть, на больничный сесть. Может быть, там что-нибудь еще, знаешь, как-то вот закосить. Потому что действительно вот отдых, он очень сильно расслабляет. Очень сильно расслабляет. Поэтому, когда люди, многие уходят на пенсию, если они ничем не начинают заниматься там, да, огородиком каким-нибудь там, ну, какое-то для себя занятие, то они очень быстро сгорают. Вот и все. Моментально практически. Только стоит тебе расслабиться, все, ребят. Как говорится, погост уже тебя поджидает. Как бы это не простые слова, не просто слова. Это, ребята, факты. Я видел, как говорится, примеры воочию. Когда, вот, например, люди уходили, да, на пенсию. Хоп, кто-то там рыбалками занялся активно. Кто-то там огородом. Он живет, живчик какой-то. А кто на пенсию вышел, о, сел на стакан или, знаешь, ноги на диван, на кушетку, лежит там целыми днями. Тебе быстро, очень быстро, тюх, и все, буквально год, два, полтора, и уже и нет его. Так что активный образ жизни, как ни крути, все-таки несет позитив. Так, ребят, мы с вами в Лиге Мистров 3 звезды, 77-я позиция, и что? Ну, давай возьмем вот этих вот, фиг с ним. У нас, видишь, 7 откатов всего лишь осталось. Ну, в принципе, 7 откатов и еще десятка у нас лежит в запасе. Десятка лежит в запасе за просмотр рекламы. Я не знаю, если мы здесь не успеем в топчик зайти,
Можно там посмотреть и еще плюс докупить. Но я не знаю, хватит ли у меня бойцов для продвижения. После черепашек я планирую снять драконы в ценнике Олуха, потому что у нас сегодня должно открыться второе событие. Мы его даже сегодня, я не знаю, пройдем ли мы одной заходкой или двумя заходками. Посмотрим, сколько там будет у них по испытаниям. Что дальше у нас идет? Я не знаю, может в Юрский зайдем сегодня? В Юрский мир, я имею в виду, поиграем. Бомб-слинджер хотелось бы. И все, никак не могу найти игру, ребята, для своего второго канала. Какой бы, может быть, все-таки Deck Ashes будем проходить? Там все-таки новый персонаж, да? Вот, может быть, ее допройти? Или же я не знаю, что. Можно, конечно, стратегию. Она старенькая, она давно у меня уже куплена. Но я все никак, ребята, ее не могу пройти. Она там Post-Human Отвар, что-то вот так называется. Там три расы разные. Там раса бытовой техники, там фены, холодильники. Потом раса каких-то животных непонятных, там такие специфические животные. И раса, кого же там еще-то раса? А, и раса обезьяноподобных. Я думаю, что многие, наверное, помнят эту игру. Давным-давно я делал на нее обзор, на эту игру. И как-то на первой серии на обучалке у нас все это и закончилось, если честно. Все, мы как бы забыли про нее. Вот недавно я просто вспомнил, зашел в Steam, смотрю. Блин, Майки, ну ты достал, ну нафига ты это... Попаду ли я? Вот, зашел в Steam и ее увидел, думаю, блин, а почему бы не возобновить? Блин, по-моему, сейчас, ребята, мы сфейлимся здесь. Офигеть, он еще и это делает, ну-ка. Трындец, я тебе скажу. Ох, сейчас пойдет, пойдет разрушение. Я не ожидал, что вот этот вот говнюк сделает свое уклонение. Понимаешь? То, что он будет первым ходить. И он сходил первым. Да, от моей команды остались только вот два топовых бойца и все. Блин, надо было брать супершреддера и все, и горя бы не было. Заговорился. Просто, ребят, заговорился, как всегда. Ну, такое бывает, когда, опять же, я поглощаюсь полностью в разговор и даже не замечаю, что происходит здесь. Так, ну что, придется покупать. Подожди-ка, или... Блин. Не, давай я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. А здесь мы посмотрим за рекламу. Так, ну что, друзья, 11 откатов я получил. Это уже радует. Ну что, продолжаем наши поединки на турнирной арене. 55-й у нас ранг. Так, ну давай возьмем этих. Армагон. Ну и, например, Леонардо. Так, что такое? Да, Армагон и Леонардо. 79-й уровень противников. То есть максималочка, как ни крути. Ох, если, Армагоша, ты обделаешься, то в плане. Блин, я постоянно забываю про этого Микеланджело, а? Ты смотри-ка, у него еще уклонение стоит. Пипец, блин, началось. Он повесил на себе уклонение, фиг ты по нему попадешь теперь, прикинь. Он еще и массовую атаку заряжает. Ну, тройным укусом ты его можешь ушатать? Я в шоке. Ай, ребята, я в шоке. У него еще и двойная атака. Все, кому-то сейчас не повезет. А, он делает усиление. Усиление себе. Блин, этот Майки всю малину мне испортил, понимаешь? Всю абсолютно. Блин, надо было брать не Леонардо, а Шреддера. Ну, че это такое? Ну, что это? Ну... Ай-яй-яй-яй-яй. Это уже ни в какие ворота не идет.
Ладно. Раз, два, три. Да я просто начинаю уже экспериментировать. Зачем? На самых высоких рангах лучше, ребята, придерживаться старой нашей тактики. Шреддер, Армагон, ну и там мелкие. Нет же, зачем-то взял Леонардо. Потянуло меня, нечистое, а? Выбрать его. И Майки тоже, блин. Поставил на себя такое уклонение, что даже Армагон его не смог пробить. Нормально? Так, ну что, 40-я позиция. Я не знаю, ребят, у нас еще 3 поединка максимум будет доступно. Как мы... Нет, тут не получится нам пробиться, к сожалению. Ну, ничего, завтра понедельник, если мы днем займем игру и немножко поиграем, да? Нам же не обязательно быть прям на первом месте в Лиге Мастеров 3 звезды. Нам достаточно просто удержаться в этой лиге, и тогда будет у нас награда по фулке. Вот что я тебе хочу сказать. Топчик это я беру уже чисто из принципа, чтобы, ну, знаешь, как бы взять первое место, все-таки солидно. Вот. 32-е место. Ну, давай. Так. Так. Раз, два, три. И бойцов, кстати, очень много у нас остается. Не израсходованных. Вот так вот. Ну, что тут думать. Сразу, конечно же, когти. Когти сделали, все сидят под постепенным уроном. Ну и Армагон, естественно, добьет всех. Как-то так. Идем дальше. С 32-й там, наверное, на 22-ю, я так понимаю, да? На 23-ю. 23-ю. Так, Армагон. Супер Шреддер. Раз, два, три. Давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ага. И валунчиком, как говорится, сверху. У нас один откат, но я не знаю. Брать Супер Шреддера со слабенькими, ну это как-то несерьезно. 10-я позиция. А если мы сделаем, знаешь что, например? Если я возьму Супер Шреддера... Блин, ну... Ну не знаю, не знаю, тут Карайка. Если Супер Шреддер, конечно, сейчас мощно бомбанет. Очень мощно, прям вот суперски. Если Леонардо упадет... Ай-яй-яй, он все сделал хорошо, кроме... Блин. Слушай-ка, слушай-ка, подожди секунду. Блин. Кому достанется? Карайки. Оух, этот еще и массу делает. Слушай-ка, у нас выжили ребята. Как бы это странно не выглядело. А ну-ка. Блин, там же контратака. Слушай, так у нас получилось все. Круть. Интересно, мы получим топовое место, а? Хм. Потому что мы всех забомбили здесь. Да, да, ребята. Мы попали в топчик. Прям все. Откаты один в один ушли у нас. Вообще замечательно. Ну что ж, теперь давай прокачивать нашего кожеголового. Блин, чуть-чуть буквально не хватает, чтобы ему еще один уровень прокачать, 84-й. Так, ну мы можем номера поискать. У нас пицца пока еще есть, так что давай попробуем. Автомобильные эти номера. Так, это уже 3 штуки. 4. Да ё-моё, ну, 4 штуки. И все. 5. И закончилась пицца.
Так, и уровень, да? Да, можем прокачать 84 левел. Получает он у нас, и нам нужно будет всего лишь 7 знаков. И прокачаем до 3-й ступени. Так, ну что, забираем с тобой здесь награды. В смятении из другого измерения, как ты видел, мы заходим уже в следующей серии на второй круг. То есть нам там останется, вот у нас здесь, и пошел второй круг. Так что скоро мы будем забирать награды. Ну что, ребята, а на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!